Алматы прошла встреча Рамазана Абдулатипова с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Визит был приурочен к празднованию 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таджикистаном. На встрече много внимания было уделено вопросам изучения русского языка. Российское посольство по-прежнему считает необходимым строительство русских школ в Таджикистане. Такое указание уже дано Владимиром Путиным. Также затронули возможность направления в Таджикистан учителей русского языка, поскольку таджикские семьи хотят, чтобы их дети изучали русский язык. Кроме того, обе стороны расположены к сотрудничеству в области спорта. Дагестан готов принять у себя олимпийскую сборную Республики Таджикистан по борьбе. Глава Дагестана подчеркнул, что его миссия в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Таджикистан с 2005 по 2009 годы состоялась благодаря мудрой политике Эмомали Рахмона, поддерживающего дружественные контакты с президентом России Владимиром Путиным. В целом, я еще раз убедился, что президент Таджикистана последовательно проводит политику как России, как со стратегическим партнером. И, конечно, я поблагодарил Эмомали Шариповича, в том числе за то, что он содействовал, чтобы состоялась в свое время моя миссия как посла Российской Федерации Республики Таджикистан. Поэтому будем активно сотрудничать, будем активно взаимодействовать. А может быть, мы подготовим вопрос до такого уровня, что Эмомали Шарипович приедет в Дагестан тоже.